Свою модель умного села предложила делегация Южнокорейского института международной экономической политики на встрече с казахстанскими коллегами в Нур-Султане. Стороны обсудили возможности обмена опытом и развития сотрудничества. В частности, в сфере цифровых технологий, в которых страна утренней свежести является мировым лидером здравоохранения и медицины. Мы развили полноценное сотрудничество в различных областях экономики. В прошлом году объем товарооборота превысил 2 миллиарда долларов, и наше взаимодействие будет только расти. В частности, мы можем предложить сотрудничество в информационно-коммуникационных технологиях. Соединение ИКТ и сельского хозяйства значительно повысит продуктивность работы. А Казахстан имеет большие возможности в области сельского хозяйства. Все эти вопросы будут конкретизироваться в ближайшее время.